ничего забывает. Ты вообще рассказывал, как... Вы знаете, как на этот сценарий вообще писался? Расскажи. Мы едем на моей машине. Нас останавливают с мигалками ДПС. Егор едет на сиденье пассажирском. Нас вытаскивают из машины, проверяют нам глаза, не наркоманы, да, ноздри, все, нас проверили. Да, я даю свои права, и мне говорят: Александр, а у вас права просрочены? А у меня права до 2 февраля, я даже не знал. И они говорят: ну, вы можете отсюда уехать, но только... Если Егор будет за рулем. Если Егор будет за рулем. Машина механика. А он вообще не ездил. Я механику, типа, водил один раз, когда сдавал на права. Он садится и такой мне говорит: три педали. Я ему говорю: ну ты левую утыкай, а я тебе... И мы просто стоят депсы, мы вот так вот с места. Нет, чтобы вы понимали, это был на Садовой Триумфальной, где большое течение. Потом мы доехали Егора до дома, и там на улице придумали сценарий. Мы изначально хотели Пашу Прилучного взять.